Всем привет, дорогие друзья! И снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться с вами интереснейшими способами приготовления вкусной скумбрии. Сегодня будет вкусный маринад и, конечно же, обалденные способы. Целых три способа приготовления скумбрии. Начинаем готовить. Погнали! Три скумбрии, три способа. Одну оставляем целую, две разделываем на филе. Не думаю, что от такой вкуснятины кто-то откажется. Пробуем. С молодым чесночком. Просто восхитительно, друзья. Обязательно попробуйте все три способа. Очень вкусная получается рыбка. И уверен, вашим близким очень понравится. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. А я с вами прощаюсь ненадолго. До следующего видео. Всем пока.